вы с достоинством перенесли все тяготы войны. В мирное время вы обучали наше подрастающее поколение, давали им знания, не только знания, но учили их любить Родину, защищать ее, быть достойными сынами своего Отечества. Екатерина Крючок принимает поздравления. Ей сегодня 100 лет. Родилась в Новосибирской области. Там в сельской школе в 1938 году начала преподавать русский язык и литературу. Познакомилась с будущим мужем Тимофеем. Поженились и переехали в Симферополь. Но счастью помешала война. Когда началась сельская война, его мобилизовали в армию. Но война долго не продлилась. Вот прошел комиссию. Его отправили учиться в авиашколу, где он учился 3 года. И в этом году, как началась война отечественная, он уже окончил курсы вот, авиашколы. В 40-м году у Екатерины и Тимофея родилась дочь Тамара, но отец ее так и не увидел. В 42-м самолет Тимофея Хромченко подбили над Тверью. Из пилотов не выжил никто. От отца у дочери несколько фотографий с фронта. Тамара их бережно хранит. Хорошим был человеком, грамотным, во всем разбирался. В школе работал все-таки в такое время. Вот. А так, говорит, работящий такой был, все мог сделать. Всю свою жизнь Екатерина Крючок посвятила детям, работала в школе, учила русскому языку и литературе. Говорит, скорее всего, в этом и есть ее секрет долголетия.